В Дагестане появится база отдыха для инвалидов-ампутантов, социальное ателье и проект по реабилитации детей-инвалидов с ДЦП и аутистов посредством ипотерапии. Об этом сообщили руководители НКО на встрече с ВРИО министра труда и социального развития Расулом Ибрагимовым. Все они в 2017 году получили гранты на реализацию своих социальных проектов. Всего на встрече присутствовало 13 руководителей некоммерческих организаций. Как отметил Расул Ибрагимов, главная цель поддержки всех этих проектов – реальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.